Сегодня мы закончили изготовление аракария. На все его изготовление у нас ушло 10 дней работы и пару дней на подготовку. Вот что у нас получилось. Вот сам аракарий. Я думаю, что он получился очень даже неплохо. А вот то, что у нас общий план. Растения еще не совсем прижились. Я думаю, что все будет в порядке. Основной вид у него, конечно, будет года через 3. Посередине гортензия будет красного цвета. Вернее.